приветствую всех зрителей канала внизу Тюр Ингельмираж, а это у нас продолжение серии Days Gone, да? В прошлой серии мы с вами потерпели немножко неудачи, нам прострелили бензонасос. Этот бензонасос мы где-то намутили, и сейчас отдыхает наш чувачок, ему там руку хорошенько так-то прижигли, но ничего, я думаю, он клемается, оружие мы оставили, какой-то дробовичок. Сейчас нам нужно будет зайти в оружейный шкаф. И посмотрим, какая у нас следующая миссия будет, да? Так, основное оружие. Здесь шкафчик с основными оружиями, да? Ноль, пока ноль. Что? А, можно положить что-то? Еще можно положить? Арбалет Номада? И что? Пистолеты? Основное. Тут два. Арбалет. Какой-то еще. Состояние армия, состояние среднее. 3-4. И что это даст? И что, мы без оружия, что ли? Вернуться к байку? Нет, нам нужно оружие по-любому взять. Дайте мне вот эту штучку, пожалуйста. Наработанный вариант. И пистолет дайте мне. Эй, а что мы не можем взять? Оружейный шкаф. Так, стоп, подождите. Арбалет Номана, пистолет-то есть? И пистолетик есть, все хорошо. Так, где еще патронки? Так, все, болты взяли, пистолетики взяли, патроночки взяли, да? Так, хорошо. Давайте отправляться в путь. Так, а как мне спускаться здесь? Ого. У нас, конечно, такое, как вам сказать. Бухарь. Рука сама не заживет. Бухарь, братишка, что же делать-то? Нужно найти медикаменты. Точно. Отправляйся на медикаментами тогда. 500, смотрите, что-то там. 581. А так, а где у нас этот? О, смотрите, тут что-то есть даже. А что-то сгодится. Так, подождите-ка. На что сгодится? По-любому сгодится. Как не сгодится. Так. Что, биту берем? А это что? А это бита, блин. С битой, знаешь, как можно по башке дать? Хорошо. Так. Братишки, где наш этот самый главный? О! Канистра. Так, канистра, да. Ага, все, я вижу. А почему они типа его там держат где-то? На его байке я не поеду. Надо добраться до моего, пока не стемнело. Пешком? Я, короче, с канистра побежал, если что, окей? Я с канистры побежал. Стоп, а почему мы здесь не выйдем? Максималка. Ладно, я с канистры побежал. Или еще канистру запустим? Ладно, выбросим канистру вот здесь. Мы что, пешком пойдем сейчас? А, создание болтов. Вы можете самостоятельно создавать новые арбалетные болты. Древко изготавливается из побегов кедра. А наконечник из лома. Чтобы соединить эти два материала, откройте меню выживания и перейдите в категорию арбалет. А, требуются материалы. Кедр? Не понял. Бухарь, ты не спишь? Не сплю. Чего там? Тут кто-то шныряет вокруг берлоги. Чего? Кто шныряет? Что это? Не знаю. Я прослежу за ним. Мне какой-то кедр найти надо. Мне надо найти кедр. Блин, а что, мне пешком бежать за ним или что? Мародер какой-то бегает реально с оружием, походу. Что, надо пистолет взять. Может, ему дать по хедшоту туда, а? Да реально надо было ему дать, да? Чего? Там их много, смотрите. Миллион типов. Здесь миллион типов. Зачистить лагерь мародеров. Офигеть. Так, бесшумные и метки. Так, посмотрите бинокль с помощью B, нажмите на этот, да? Чтобы отметить противника, вы сможете следить за перемещением. Кроме того, если противник человек, метка позволит вам узнать его степень встревоженности. Давай посмотрим, что это даст. Раз, два.
И что это даст? Так, а там чё? Нашёл что-нибудь? Как я и говорил, те намады на байке, которых мы видели, у них недалеко от... Намады. Да ну, серьезно? Хорошо, обустроились. Какая-то типа караульная вышка, забор, все дела. Приходи, бери. Черзер, пойдем. Ну, неплохо. Как стемнеет, нагрянем туда, убьем этих козлов, и можно праздновать новоселье. Нифига себе. Скрыты, у них небось пушки. Да ну, один там еле живой. Мы их уделаем. Кто еще кого уделает? Офигеть, да? Чего они хотят сделать? Вы слышали? Ночью ворваться к нам. Эй, как дела? Отлично, бро. А у тебя как, дедушки? Ну-ка, дайте посмотрим. Так. Братан, что, хотел ночью налететь, да? Что? Так, повезло, не стрельнул. Я что-то очень долго кнопку ждал. Теперь моё. Так, что у тебя есть? Так, быстро смена оружия. А чтобы быстро достать оружие, воспользуйся 1, 2, 3. Окей. Только там нету, знаете, палки вот этой вашей. Я не знаю, как палку мне доставать. Братишка, вот палку я не знаю, как доставать. Нет, видите, он убирает палочку. Ага, не успел, да? Не успел. Так, что у тебя есть, да, патроны? Так, тряпочки две. Так, дай-ка сейчас я тоже сделаю. Стоп. Так, отметка противника. Так, окей. Что? Женщина тоже какая-то. Кажется, там кто-то есть. Что это было? Звук шел оттуда. А вы что, не увидели типа? Ладно. Я сейчас вырваюсь. Это люди! Так, стопэ. А есть эта штука, болт этот? Благодарю. Хорош. Давай! Хорош, есть. Это последний. О, да. Значит, выследили нас. Уроды. Да, выследили, чуваки. Несуйтесь к нам на гору Олири. Конечно, несуйтесь вообще. Бухарь, я нашел их лагерь. Просто какие-то уроды хотели прибрать к рукам нашу берлогу. Ну, одно к одному. Все-таки пора перебираться на север. Так, что делаем? Блин, сначала руку твою подлечим, а потом уже будем об этом думать. Я пошел за байком. Конец связи. Точно есть. Так, создаем. Так, это все берем. Так, создали, короче, мы хорошие сейчас штучки, да? Нам понадобятся они по-любому. Что за оружие вот это новенькое, прикольное? Бутылочку сюда. Бутылочку на базу, чуваки. Так, 300... А как я так пешком могу дойти вообще? Смогу ли я пешком дойти? Долбаные фрики. А, взрослые фрики ищут светик света. Они ищут что-то там, короче, такое восприятие какое-то. Что-то ищут, короче, они. Что-то у нас здесь. Так. Давай, пока, короче, у нас есть время, давайте в тачке поковыряемся здесь еще раз. Что мы забрали? А, глушители. Вы можете установить на оружие глушитель. Чтобы установить глушитель, выберите на Е, подходящее оружие, наберите на Е. Давай. Давайте. А что такое? И что? Здесь глушителя нету. Может, надо его изготовить как-то? Не знаю, короче, пока ваши глушители. Пока не работают. Так, я через фриков не пойду. Никогда ограничить зрение, слух ваш. Притом, кроме того, она может влиять на состояние что-то там. Блин, они тут в лесу тоже стоят, смотрите. Их так много здесь. Проклятый дождь. Если не фрики,
так обязательно дождь. Ну почему? Да. Почему с этим дождем? Все время льет. Блин, непонятно почему. Давай быстренько отсюда смотаемся. Где я вообще? По идее, уже недалеко. Пока непонятно, бро, где ты находишься. Я сам не знаю. Я вообще на гору залез какую-то, ты видишь? Тачка стоит. Ну ладно, тачку я и проверять не хочу. Ой! Блин. Надо хп восстановить. Вот это я упал. Надо добраться до байка. Я уже близко. Так, добираемся до байка. Черт. Нарвался. Быстрей. Я бежать. Нарвался. Бежать. Ай, больно! Надо найти его. Нет! Ну что, где ты? Давай, давай его! Давай с палки. Хорош. Бам! 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 Давай этого чудища! Так тебе! Что-то, конечно, они какие-то жесткие, жесткие. Так, а я кедры не нашел, чтобы себе, ну, соорудить оружие? Это здесь. Мы оставили его здесь. Украли? Утащили. Байк исчез. Надо было нормально прятать, бро. Я говорил то, что какая-то фигня. Блять! Да блин, реально. Копленд, твою мать! Эй! Ты из лагеря Копленда! Да вы дели мой байк! Эй, стой! Подожди! Черт! Я твой байк не трогал! Клянусь! Точно, бро? Да не буду я тебя убивать! Не беги ты, придурок! Спроси у Копленда! Ничего не знаю. Эй! Мне просто нужен мой байк! Я ничего не делал. Ну, говнюк, нет, все-таки знаешь, я буду убивать. Его стрелять? Бухарь, слышишь? Ты забрал байк? Нет. Люди Копленда добрались до него первыми. Я пошел в его лагерь. Конец связи. Блин, а как, короче... Мне просто выследить надо его или что? Ну, на хп восстановим сейчас. Так. А как вы его не бьете-то? Фу, застряли вы там хорошо. Он добежал вроде до лагеря, да? Так, бро, сколько у нас патрон? Мало боеприпасов. Джон, это ты? Какой-то козел украл мой байк! Блин, я думал, сейчас его размотать надо. Ну, говори с Мэйли. Блин, я в него стрелял. Не я думал, надо его, короче, размотать. Так, на Мэйли. Так, номад на горе. Так, здесь, смотрите, что-то есть трофеи какие-то. Сдать трофеи. О, к этому типу, да, подойдем сейчас. Механик. Сдали, походу, мой на металл, да? Привет, Мэйли. Привет. Давненько тебя не видел. Ого. Ну, или просто не заметил. Вот так вот. Пашу, а меня за это кормят. Да, лагерная жизнь. Лагерная жизнь. Да. Здесь слышала сложно у них. Слышала такой книжке «Дзен и искусство ухода за мотоциклом». Не, как-то никогда времени особо не было на книге. Ага. А я тогда в своей мастерской всех механиков прочесть заставил. Механик должен обрести равновесие духа. Вот поработай голодным, мигом дзен обретет. Я тут ищу байк. Да? О, не-не-не-не. Этот не бери. Почему? Ну, его только привезли. Какой-то урод сиволапый его бросил. Он весь ржавый. А уж как его ушатали, голову бы за такое оторвал. Да неужели? Ну да, а как? Это уже дрова. Мы его только что разобрали. В нем даже бензонасоса не было, а пригодился. О, даже бензонасоса? Типа такого? Понял. Типа такого, Мэнни. Я понял, понял. Когда я сказал урод, я имел в виду того урода, который его пригнал. Знаешь, мод хреново привязали. Короче, он всю дорогу болтался в кузове, прям Дик, как... на пару слов. Ха-ха-ха-ха.
Вижу, вам тут досталось. Ой, жестко. Ночью был тяжелый бой. Я в себя стрелял вообще-то. Уже второй раз сюда заявляются. Говорят, ищут тебя и Буха. Люди в Одессе много чего говорят. Блин, а что нас ищут? Почему? Кухня есть, смотрите. Люди тут друг другу помогают. Жестко. Если начнется голод, ну, сам понимаешь. Озеро вас не прокормит? Форель пока есть. Озеро держится за счет талых вод. Рыбу сюда больше не запускают. Однажды она кончится. Как и все остальное. Ну да. Блин, рыбка реально закончится у вас. Надо разводить тогда. Мы с отцом здесь охотились на оленей. Строили засидку, клали под нее лизунец и отстреливали. Иной раз столько мяса набиралось, что съесть не успевали. Я слыхал, приманивать оленей было запрещено законом. А отец признавал только один закон – Конституцию США. Видел бы он нас теперь. Америка – страна свободы. Ну да, Америка – страна свободы. Да, это точно. Ну окей, чуваки, страна свободы, чему тут как-то... Надо будет разобраться с типами, что они тут делают, да? Я тут Леона жду. Да? Он мне вез кое-что. Неужели? Нам тут очень нужны лекарства. А, Леон. Такер сказала, что он просто сбежал. Короче, найдешь его тайник, неси все мне. Мне, Дик. И тогда, ну, проси, что пожелаешь. Мой байк, который твои люди украли и разобрали. Его просто нашли на дороге. Ладно. Ладно, я это учту. Байк. Блин, да ты вопа вообще жестко, конечно, ранена. Чего? Вот этот. Слышь ты, никогда не... Погоди. У Леона был такой же. Ком, богом клянусь, я... Заткнись. Хочешь торговать в моем лагере? Будь добр на меня поработать. Коп. О, черт. Ладно. Блин, он спалил. Чуть надо. Вот так-то лучше. Он спалил, походу, все. Какие-то козлы нападают на моих добытчиков. Засели на радиовышке к западу от Алирии. Это же в твоих краях? Вообще-то нет, но... я разберусь. Не сомневаюсь. Жестко. Блин, что делать? Так, вернуться к Мэнни. Давайте. Да. Лагерь, конечно, у вас тут не ахти. Так, он там находится? Он вроде стоит. Тебе? Че, вы сделали? Эй, Дик, Дик! Постой. Братан, ты уж извини меня. Я же не знал, клянусь. Мэнни, ты знаешь, сколько времени я в этот байк вбухал? Я же его своими руками собрал. Я понял, да. Я тебе все возмещу, честно. Вот, гляди, новость клепал. Ты называешь эту хрень байком? Ну да. Он мне... Ладно, я еще поищу. Детали там... Я все устрою, клянусь. А как насчет моего топливного бака, который был подарком от моей покойной жены? Его ты тоже мне устроишь? Блин, Дик, прости. Иди ты нахер, Мэнни. Ой-ой-ой-ой. Так. Но потом говорит, так, что там, 4000 опыта, 4750 на 450. Задание выполнено, окей. Давай дальше смотреть. Лагерь Коупленд, окей. Так, пора в дорогу, 33%, иначе мы с Бруха не сможем поехать на север, пока я не починю байк. И не найду экипировку попрочнее. Охотник на мародеров. Продолжим. Мэнни, дай я гляну. Так, а можем уже? Сейчас, погоди. А что вы сделали? Ну, вроде работает. Что вы с ним сделали? Ну что, работает? Занос. Чтобы войти в занос во время, вы нажмите управлять заносом, управлять быстрее. Так, окей. Ага, и пробил, да, еще? Потеря байка. Если вы потеряли свой байк, например, он утонул в озере, свалился в пропасть, но вы не ушли от него далеко, то его можно отыскать при помощи карты. Бухарь, ты меня слышишь?
Дадик. Ей-ей-ей-ей. Как ты там? Как рука? Я же сказал, заживет. Так, а... Ладно, но все равно я сгоняю к блокпосту Нера. Поищу там стерильные бинты, мазь, что-нибудь такое. Давай, давай. Как скажешь, я сделаю обход. Надо убедиться, что на горе никого нет. Бухренет, нет. У тебя ожоги третьей степени. Оставайся там и лежи. Я уже скоро буду. Мне бы... Мне бы... Не знаю. Че бы тебе? Можно от боли чего-нибудь. Он. Да, да. Постараюсь что-нибудь найти. Мы здесь. Я постараюсь. Мы где-то здесь. Вот он. Блокпост Неро. Надо найти медикаменты для бухаря. Выходи, выходи! Да! Как выйти с этой фигни? Чтоб ты сдох! Да, получил? Да. Как мне выйти? Вот как? Так. Как мне выйти, блин? Ну входи. Ужас какой. Что за бред? Он выйти не мог. Я 40 раз на эту кнопку нажал. Офигеть. Вот это да. А если патрон бы не было, что делали бы? Так, что это такое? Давай-ка. Так, сюда. Так, сохранение игры у байка. Чтобы выполнить быстрое сохранение, войдите к байку и удержите R. Функция не работает время боя или задания. Окей. Так, байк нас сохраняет, да? Заперто. Заперто, смотрите. Так, здесь что-то есть. Так, собираем. Так, здесь что? Так. Так, смотрим, что здесь вообще происходит. Есть. Вот он. Что? Топливо до генератора? Да, блин, вы заколебали. Хорош. Точно в цели. Да пошел ты! Хорош. Да, вот так вот, типа, да. Вот это жестко, не нападает. Что за генератор? Топливо до генератора? Что за топливо до генератора? Так, смотрите-ка. Подождите-ка, чуваки. Вы подождите, мне вообще не нужны. Мне найти топливо для ген... А, стоп. Здесь ход какой-то? Не идет. Не идет? А, вот здесь? Ну давай, падла, заводись. А. Надо найти бензин. Бенза. Так, бензинчик, бензинчик. Ищем бензин. Так, там не было бензина. По-любому где-то с другой стороны. Где-нибудь здесь, да? Это что такое, молоток? Мачете? О, давай-ка его сюда. Под оружием мощнее найти холодное путешествие по миру. Но намного эффективнее запас запасного, да? Так, здесь что ли где-то, наверное? Так, подождите, чуваки. Так. Может, мне вот здесь это находить? В машинах? Что это такое, бумага какая-то? Блин, где может быть? О, нашел. Ура. Подожди-ка, давай сейчас точку откроем. Нашел бензик, ура. Прикиньте, нашел бензик. Палку не надо. Все, бензик есть. Полетели, полетели, полетели. Ура! Здесь вроде ничего не было. Так, здесь можно прятаться. Здесь что такое лежит? Ого, видели какой топор здесь? Там топорик хорошенький такой, можно будет взять. Да блин, ну что ты хочешь тут делать? Ладно, давай, бро. Давай! Ой, хороший... Какой хороший меч, да? Подождите.
Забираем вот эту штуку, заливаем сюда. Эвка. Вот так. Ну так, как есть. Давайте зальем чё. Так, заливаем сотка, так, запустить генератор. Теперь он запустится по-любому. Да. Черт, сейчас они все сюда сбегутся. Что делать? Вот кто такой? Нашел? Динамики. Черт, где эти динамики? Что за динамики? Так, стерильные бинты. Нет, я не могу уйти отсюда без бинтов. Надо получше осмотреть медпункт. Да заткнись ты! Да блин, надо их взорвать. Нет! Так, давай-ка сюда. Все, хорошо. На чем они, короче, их вызвали сюда? Офигеть. Закрывай, закрывай. Закрывай эту фигню. Нет, я не могу уйти отсюда без бинтов. Да куда ты? Налетел. Лучше смотреть медпункт. Да кого, блин? У нас тут война, блин. Залетели чупы, короче. Я сначала не понял, что происходит. Ай! Лечиться. Так, вылечились. Ну лезь уже. Да не надо меня бить. Хорош. Хорош. И того типа тоже надо. Хорош. Ой, хорошо. Все, изи вообще. Вот это было сложно. Было сложно, было сложно. ХП было мало, давай открывай. А, с этой стороны выход, типа. Все, забираю. Так, это мы забрали. У них, кстати, смотрите, все, что есть. Сильные бинты. То, что доктор прописал. Теперь надо вернуться к Бухарю. Опа. Так, инъектор Нера. Инъектор Нера, так, инъектор встречается в передвижных медпунктах на блокпостах Нера. Их можно использовать для повышения максимального здоровья, запас сил или концентрации. Окей. Это что такое? Так, запас сил. Аппаратура Неро. Так, увеличить запас сил с помощью технологии Нера. Что-то вроде инъектора. Требуется навык концентрация на цель. Здоровье, запас сил. Давайте запас сил, наверное. Запас сил дали. Вот это да. Вау. Тебе хорошо. Запас сил у нас побольше будет, да? Так, сюда. Бинты. Оружейный шкаф. А что такое, типа, нет оружия? Я вот не понял, это типа я ложу его, что ли, что? Вы не можете купить. А вот это что, можем? Может, я с него буду стрелять, нет? Понятно, короче. Непонятно, что понятно, да? Так. Это что? Микрофон какой-то. Ой-ой-ой-ой-ой. Боже милостивый. Лучше бы ты свалил вместе с дружками. Добро пожаловать в мой мир, тупой ты ублюдок. Вот это да. Лучше бы в наш мир попал бы. Ой, кто такой? Техника ИПЦА какой-то. Так, здесь максимальная, смотрите. Так, ХПшку что делать надо будет? Создать. Так, все, мы собрали, все сделали. Здесь что у нас? Все, больше здесь ничего нету. Че, можно сматываться отсюда или что? Так, а там что?
Подожди-ка. Что здесь? Подождите-ка, подождите-ка, что здесь? Что такое ЗЗЗ? Что-то на карту посмотрел, какие-то ЗЗЗЗЗ. Сейчас, подождите-ка, подождите-ка. А мы здесь были, да? А, типа оружие, здесь оружейный склад. А, вот, стоп, что такое? Спать? Сон. В безопасных местах, например, в бункерах или убежище, можно поспать на кровати. Переждав таким образом несколько часов, некоторые испытания, например, зачистку зон, можно проходить по-разному, в зависимости от времени суток. Находясь рядом с кроватью, вы можете сохранить игру. О, давайте здесь сохраним игру ранее. Передохну чуток. Нифига себе, дверь открыта и, короче, передохнет. Че, поспал, бро? Появились зомбики. Поспал? Так, ладно. Отдать стерильные... Удрали? Так, давайте. Давайте, сейчас пойдем искать мой байк. Быстренько сматываемся. 80%. А, бензин, короче, который тот, я могу использовать? А сколько там процентов? Непонятно, да? Сейчас быстренько использую, может быть. Ну-ка, зальем. Хорошо. Все, выкидывай. Так, быстрое сохранение. А, миссия, типа, миссию выполняем пока не можем. Так. Ну все, поехали туда. Бухарь, слышишь меня? Мы вроде бы все достали. Бухарь, возьми рацию, придурок. Не отвечает. Где его черти носят? Сен-Джон, это Колт. У меня радиосигнал пропал. Когда доберешься до вышки, восстанови связь. Блин. Я заплачу. Так эти люди, ты знаешь, прервать вещание свободного Орегона, это похоже на месть. Сен-Джон. А знаешь, ты угадал. Они были в моем лагере. Но им, видно, не по нраву был запрет на воровство, насилие и убийство. А может, они просто, как и я, устали слушать твою параноидальную чушь? Обой. И еще. Похоже, что уходя, они забрали несколько автоматов и дробовиков. Будь осторожен. Ну, да уж, Клоп, ладно. Спасибо, что сказал. Делаю, что могу. Отбой. Так, мы приехали. Делай, что можешь, сукин сын. Так, выходим с этой точки. Так, смотрим, что здесь происходит. Так, он, наверное, сверху где-то, да? Может и нет. А, он спит. Эй, Бухарь, я принес кое-чего тебя полечить. Бухарь. Черт. Бухарь! Эй! А? Что? Эй, да тихо ты, псих. Чертик. Я ж тебе чуть башку не снес. Короче, покажи мне руку, а? Нет, нет, не надо. Покажи мне руку. Не надо. Все, все, псих. Дик. Спасибо. Я это поправлюсь. Все заживет. Да, серьезно, конечно, там рука там. Так, убрали, короче, да, миссия выполнена, отлично. Так, лагерь Коупленда. Есть? Мой брат. Я должен спасти Бухаря. 12%. Встреча с Нейром. Окей. А, патриоты не должны голодать. Так, найти засадный лагерь у радиовышки в каскадах. Давайте смотреть, что там за каскады. Так, а что, мы спустимся вниз, нет? Ой, не туда пошли. Давай, беги! Что такое медленный ты?
Кстати, давайте шкаф зайдем, что-то по шкафу какому-то. Основное, типа, непонятно, что основное. Нет основного оружия. Ты как вообще? Как понять? Непонятно! Так, а здесь патроны не можем взять, да? Так, давайте вниз спускаться. Хорошо? Здесь мы уже бегаем почему-то. А, бензо вроде бы здесь уже нету, да? Ну ладно, тогда летим. Так, выходим отсюда. Тут даже где-то можно у него это починиться, не починиться. Так, 380 чем-то, да? Так, как мне отсюда выйти? Просто по дорожке будем сейчас, наверное, идти. А, ну это какой-то мотик реально медленный, да? Еще азота нету здесь, я не могу быстро как-то ехать с каким-то бустом, да? Так, а наверх что? Здесь подняться как-то? Да, грязь есть грязь. Здесь мы были, да? Зачистить засадный лагерь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Я тебя вижу, засранец! Я тебя тоже вижу. Откуда вы тут появились? Что вы тут делаете? Дайте мне вот эту пушку. О, ты что тут делаешь? Есть. Да, я им хэдшотики пораздам, братишки. Блин! Я знаю, что ты здесь. Валим отсюда. Он кого-то стрелял? АК, видите, у них АК. Откуда тебе? АК, сбоку, да, бро, я сбоку захожу. Сейчас мы АК-47 заберем. Ой! Хорош? Ой, хорош. Ты все лежите здесь? Лежать, братишки. Раз. Два. Два типа лежат. Все, отлично. Основное оружие, да. Да, мы АК заберем. Мы заберем АК-47. Так, все, патрончики забрали. Автоматика забрали. Все, порядок. Отлично. Так, здесь забираю, лома нет, ничего нету. Так. Стилизатор нету места, да? Окей. А здесь что можем сделать? Создать мы не можем, да? Ладно. А что, все? Подождите-ка. Чуваки, стоять. Давайте сейчас дальше. Надо будет сесть на байке, проехать дальше. Блин, какая-то засада какая-то не вовремя вообще, да? Я даже ничего не понял, как они там вообще оказались. Что здесь? Так, подождите. Здесь что, люди есть или что? Но ты попал. Подожди, чувак, там сзади какой-то меня хочет атаковать. Откуда вы стреляете? Офигеть, все белое. Я ранена. Вау, АК так вообще. Он бьет наших! Он бьет наших! Ой, братишка. Так вы сами напали на меня вообще-то. Это был последний. Ой, Господи, хорошо. Скольких ты успел выбесить? Вот это так, да. Это, наверное, был генератор, но теперь это просто решето. Туда. Вроде реально решето какое-то. Что нам делать? Подниматься куда-то или что? Давай. Так. Сейчас посмотрим, что здесь вообще такое. Офигеть, вот это высота. Что нам тут забыли? Что мы тут забыли вообще?
Вау, вот это он залез. Нифига он лезет вообще. Два часа. Два часа лез, короче, на самую крышу. И что здесь? Сюда не надо было лезть? О, стоп. Здесь можно все увидеть, кстати. Самочистки? Да, вот это мы скалолазы конкретные, конечно. Видите это, нет? Так, что нам надо дальше делать-то? Давайте сядем, короче, на байк, наверное. Пойдем. О, птипок. Привет. Так, где наш байк? Так, вот он. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Так, 200. А, ну там надо... Стоп, что надо делать? А, починить генератор. Что надо? Он умеет чинить? Потянул, что-то потянул. Ладно, думаю, хватит. Так, свет? Вот и все. Он свет качал? Бросай! Ой, стой! Будь у тебя хоть один патрон, я был бы уже труп. Прошу вас. В женщин я стреляю, когда нет выбора. Есть у меня выбор? С меня взять нечего. Я бездомная! Оружие просто выкинь, да и все. Ух ты ж, блядь. Повезло. Так, под бункер можно найти куда-то там. Посмотрим, нет ли у них тут подземного бункера. Так. А, подземный бункер. Где мне его найти? Наверное, здесь. Да, где-то? А, вот и люк. А, во, спускаемся. Люк. Прикиньте, нашел люк сразу. Откуда он, типа, шарит за эти люки всякие? Так, лестница он сам, короче, да, идет? Офигеть. Здесь кто-то есть? Так, смотрим, что здесь вообще происходит. Они тут спят. Офигеть. Вы тут спите? Кушаете чипсы? Ну нифига себе вы. И чипсы хаваете здесь, да? А делиться никто не хотит, да, вообще? Так, подождите, я еще отсюда не выйду, надо чипсы похавать здесь. О, карта какая-то. Карта. Карта. Они тут все подробно разметили. Круто. А, все, Петрик не должен голодать, выполнен лагерь Коупленда, да? Так, пора в дорогу. Охотник на засады. Окей. Так, бита с гвоздями. Чего? Инструкция. Инструкция. Хорошо. Рецепты. Новые и уже доступные рецепты отображаются в меню выживания. Дик, слышишь? Так. Может, ерунда, конечно. По-моему, кто-то проехал по горе. Моторы шумели. Я только что зачистил радиовышку для Копленда. Сейчас заберусь на нее, может, увижу что. Блин, я туда залез вроде, нет? Давайте сохранимся. Как бухарь говорит, койка зовет. Да, койка зовет. Я что-то залазил вроде, да, там полкарты, короче, 30 минут, короче, на эту лестницу, это вообще ужас. Так, чувак поспал. Можно снова в бой. Сохранился, и давайте наверх. Здесь вроде больше ничего нету, да? А, шкаф, оружейный шкаф, работает. Не знаю, короче, как это делать все. А, стоп, а сколько у меня денег? Не знаю, сколько у меня было денег. А, кстати, я вот... А, у нас патроны есть? Есть вроде.
Так, на батлы влияет сила этой тяжести, да? Поэтому высота их полета становится меньше с расстоянием. Чтобы поразить цель, находящуюся на большом удаленном от вас цели выше, вы цельтесь выше, чтобы скорректировать снижение болта. Ну да, там какое-то расстояние падает же, типа. Но с болта хоть раз стрельнуть, проверить, как это вообще. Давай, братишка, лезь. Не знаю, сейчас мы, наверное, залезем на вышку быстренько, посмотрим, что там происходит. Так, вот это вышка, да? Да, радио вышка. Эй, Дик, ты там как? У тебя что-то голос странный. Чё странно, Дик? Да нет, ничего. Я просто не ожидал. Мне повезло, у бабы патроны кончились. Ха-ха-ха. Ты ее отпустил, так ведь? Ну да, твою мать. Да, я ее отпустил. Рано или поздно, Дик. Эти твои принципы тебя убьют. Да, возможно. Ага, ну, все равно меня что-нибудь убьет. Какая разница, что? Отбой. Нехилая высота. Да, высота, конечно, где жестко. Ладно. Посмотрим, о чем там говорил Бухарь. Давай посмотрим. Там что-то увидеть, что ли? Точно. На горе кто-то есть. Вижу дым от костра. Твою мать, мне не померещилось. Где они? Я пойду туда. Нет, Бухарь, тебе надо руку лечить, чтобы мы могли так уехать отсюда. Ладно, короче, спускаемся сейчас. С вами спускаемся. Да я уже с ума схожу, сидя тут на жопе. И уже будем следующие только серии выполнять. Только постарайся не спать, вдруг они к тебе явятся. Отбой. Миссию. Уже почти. Ну давай, давай, почти добрался. Не, ну это реально, туда-сюда, короче, на 20 километров, короче. Так. Черт, тяжело. Хорош. Спустились, у нас сразу же все хорошо. Так, шум мотора, все отлично, задание выполнено. Так, мой брат, он должен так выжить, да? Так, сюжет, стоп. Что такое? Шум моторов. Так, Буха слышал выстрел со стороны горы Олири. Я решил проверить и залезть на радиовышку к западу от горы Дым. Похоже, отсюда направляется... Отсюда направляются мародеры. Надо с ним разобраться. Только их нам тут и не хватало, пока я пытаюсь лечить Бухаря. Карта. А, типа можно выбрать, да? Окей. Все. Так. Ставить. Все, стоит отметка. Ну все. Что могу сказать? Огромное всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайкосики, подписываться на канал, не ставить колокольчики, да, делиться с друзьями плейлистиком. И будем продолжать дальше. Всем огромное спасибо за просмотр и всем пока. До встречи.